Всем большой привет, всем доброе утро. И сегодня мы уезжаем после работы сразу. Сейчас на работу. Работаю до 6 и сразу на поезд оттуда. Все чемоданы уже в машине. Утро у меня тяжелое, плохо. Еще и голова болит. Фух, не знаю, как будет в поезде. Представляете, вчера привезли уже шкаф, хотя его должны были привезти через 2 недели. Вот наш шкаф-купе, и матрас, и кровать. Так что пока меня не будет, тут все соберется, и будет красота. Я очень рада. Сейчас я съезжу перед работой в магазин. Мне иногда помогает Кока-Кола. Куплю себе колы. Ой, жутко плохо. Тошнота. Мой малыш. Мой малыш дает о себе знать. Знакомьтесь, это Персик. Наш попугайчик. Вот так вот. Такие вот новости. Витя будет тебя кормить, Персичку. Все. Собралась к выходу. Буду выходить. Не в платьишке, хотя у нас похолодало. Плюс 14 всего лишь. Ой, мошкара облепила. Прямо у нас тут мошки полно. Еле села в машину. Они на лицо садятся вообще везде. Просто их миллион. Дошла до машины, уже тяжело. Вообще, живот у меня появился рано. Не знаю, с чем это связано. То, что вторая беременность или что. Или, как говорят, может, плод прикрепился к передней стенке матки. Ну, не знаю. Живот у меня появился рано. И я могу ходить только в платьях. Ну, либо куплю штаны для беременных попозже. Сейчас лето, уже в платьях хожу. Ой. Не хочу на работу. Мне все еще плохо. Я надеюсь, я вещи никакие не забыла. Ну, хотя вроде все главное взяла. Вещей у нас вообще мало. Чисто Дамира вещи в его рюкзаке, который он сам будет нести. Кстати, едем мы уже не вдвоем с Дамиром, а еще с братом моим Захаром, которому 10 лет. Вот, у Захара тоже его вещи чисто в его рюкзаке, он будет их сам тащить. А у меня на колесиках маленький такой чемоданчик. Как бы буду просто его катить. Вот, если что, вдруг кто-то поможет, в поезд нас посадит. Ой, все. Задыхаешься. Поехала. Я уже на обеде. Вот лежу. Плохо мне опять. А мне врач выписала вот такие вот таблетки. Тригенор. Типа от токсикоза. Я их пью уже где-то 8 дней. Ну, короче, толку ноль. Я как рыгала, так и рыгаю. Извиняюсь за подробности. Сейчас мне надо полежать. И я попробую лежа покушать. Ну, я лежа обычно кушаю на обеде, потому что так... Наоборот, лучше оно все у меня переваривается именно лежа. Так что сейчас время обеда, я полежу и поем. Отойду немножко. Тяжело. Мы приехали на вокзал. Помаши. Вот все, вся компания провожает нас. Дамир, с самокатом едем. Вот у детей рюкзаки свои. Я их вещи вообще тащить не буду. А туда вот еще дышать. Вот, ждем. Ярослав. Поезд. У меня вот такая сумочка маленькая. Миниатюрная. Совсем. Да, даже не как полный чемодан, обрезанный чемодан. Похоже. Так что все легко очень. Сюда можно потом положить сумочку. Вот так вот, например. А ну, чпок. Thank you.
Привет. Как тебе в поезде? Намаз. Да? Да. Вот и уже ролл там попросили. И я сейчас попью кофе. Заправила кровать Захару и себе. Дамиру вот здесь стал. Заправлю. Едем. Я уже переоделась в платье, футболочку и джинсы. Сижу с Дамиром пока что. Все, мы приехали в Агрыз. Все, садимся в автобус. Он через 5 минут уже отправляется. Успели.